враги? Давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, трапезу, мысли и дела делили дружно? Ныне злобно врагам наследственным подобно, как в страшном, непонятном сне, они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им, пока не ободрилась их рука, не взойтиться ли полюбовно? Но дико светская вражда боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули, гремит ошомпол молоток. В граненый ствол уходят пули, и щелкнул в первый раз курок. Вот порох струйкой сероватой на полку сыплется. Зубчатый, надежно ввинченный кремень взведен еще. За ближний пень становится гибьё сучок. Плащи бросают во врага. Зарецкий 32 шага отметил с точностью отметной. Друзей развел по крайний след, и каждый взял свой пистолет. Теперь сходитесь. Хладнокровно еще не целят два врага, походкой твердой, тихо, ровно. Четыре перешли шага, четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первый тихо поднимать. Вот пять шагов еще ступили. Ленский, жмуря левый глаз, стал так же целить. Но как раз Онегин выстрелил. Пробили часы урочные. Поэт роняет молча пистолет, на грудь кладет тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть, не муку. Так медленно по скату гор, на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая. Мгновенным холодом облит, Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его. Напрасно, его уж нет. Молодой певец нашел безвременный конец. Дохнула буря, свет прекрасный увял на утренней заре, потух огонь на алтаре. Недвижим он лежал, и странен был томный мир его чела. Под грудь он был на вылет ранен, дымясь из раны кровь текла. Тому назад одно мгновение, всем сердце билось вдохновение, вражда, надежда и любовь, играла жизнь, кипела кровь. Теперь, как в доме опустелом, все в нем и тихо, и темно, замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, окна белым забелены, хозяйки нет, а где Бог весть, пропал и смерть. Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага, приятно зреть, как он, упрямо склонив бодливые рога, невольно в зеркало глядится и узнавать себя стыдится. Приятнее, если он, друзья, заводит с дуру, это я! Еще приятнее в молчании ему готовить честный гроб и тихо целить бледный лоб на благородном расстоянии. Но отослать его к отцам едва ли приятно будет вам. Что ж, если вашим пистолетом сражен приятель молодой, нескромным взглядом или ответом, или безделицей иной вас оскорбивший за бутылкой, или даже сам в досаде пылкой вас гордо вызвавший на бой, скажите, вашей душой какое чувство овладеет, когда недвижим на земле, пред вами смертью на челе он постепенно костенеет, когда он глух и молчалив наш отчаянный призыв. В тоске сердечных угрызений, рукою стиснув пистолет, глядит в Толенского Евгения. Ну что ж, убит, уже сидит. Убит! Сим страшным восклицанием сражен, Онегин с содроганием отходит и людей зовет. Зарецкий бережно кладет на сани труп оледенелый. Домой везет он страшный клад. Почуя мертвого, храпят и бьются кони. Пеной белой стальные может удела. И полетели, как стрела. Друзья мои, вам жаль поэта. В отсвете радостных надежд, их не свершив еще для света, чудес младенческих одежд увял. Где жаркое волнение, где благородное стремление и чувств, и мыслей молодых, высоких, нежных, удалых? Где бурные любви желания, и жажда знаний, и труда, и страх порока, и стыда, и вы заветные мечтания? Вы призрак жизни неземной, вы сны поэзии святой. Быть может, он для блага мира или хоть для славы был рожден. Его умолкнувшая лира гремучий, непрерывный звон в веках поднять могла. Поэта, быть может, на ступенях света ждала высокая ступень. Его страдальческая тень, быть может, унесла с собою святую тайну. И для нас погиб животворящий глаз. И за могильную чертою к ней не домчится гимн времен, благословение племен. А может быть и то, поэта обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношество лето, в нем пыл души бы охладел. Во многом он бы изменился, расстался с музами, женился. В деревне счастлив и рогат, носил бы стеганый халат. Узнал бы жизнь на самом деле, подагру в 40 лет имел. Пил, ел, скучал, толстел, хирел. И, наконец, в своей постели скончался посреди детей, плаксивых баб и дикарей. Но что бы ни было, читатель, увы, любовник молодой, поэт, задумчивый мечтатель, убит приятельской рукой. Есть место. Влево от селения, где жил питомец вдохновения, две сосны корнями срослись. Под ними струйки извелись ручья соседственные долины. Там пахарь любит отдыхать, и жницы в волны погружать приходят звонкие кувшины. Там у ручья в тени густой поставлен памятник.